Очень удобно то, что гостиница, в которой мы проживаем, она находится вот здесь. Это практически одно здание. Целое здание, вместе соединенное с цирком. Это вообще классно. Сейчас мы находимся во дворе цирка. Ну вот, и идем привычным маршрутом на работу. Сейчас Боньку покормим, уделим ей внимание и пойдем трудиться. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей передаче участвует звезда цирка, заслуженная артистка Боня Запашина. Сразу первым делом на горшок. Говорит, папа, ты где был? Я, говорит, пописывать хочу. Здрасте. Здрасте. О, завтрак, пожалуйста, проходите, проходите. Сейчас будем немножко подъедать. Да. Сейчас мы тебя будем кормить. Чай с лимоном. Пожалуйста, бифидобактерии. Бифидобактерии. Так, давай, таракан. Сегодня день тяжелый. Иди сюда, не стесняйся. Не стесняйся. Мы сейчас тебя накормим. Сейчас мы тебя будем кормить. Погоди, не убегай. Ты думаешь, что ты убежал, что ли, и все. И мы тебя не поймали. Мы тебя, да? Мы тебя взяли и не поймали. Ты такая крутая, что ниндзя, да? Говорю, а мы тут такие человеки невыстрые. Завтрак чемпионов. Активе. Сегодня с черносливом. Да почему-то в последнее время хочется вот так вот делать. Попу подними, Бонь, я коврик подстелю. Таракан, ну попу да, подстели, в том тебе стараюсь сделать. Все. Сюда сдвигайся тогда. Вот. Друзья, напишите в комментариях, как вы думаете, что сейчас Боня говорит. Я думаю, что типа белиссимо, очень вкусно. Прикольный захват губами бутылки. Так больше просто можно съесть. Молодец. Я вот тут думаю, о чем снимать. На самом деле, я говорю, много интересного происходит, когда я без камеры, то есть это для меня нормально, а для вас это не совсем. Я думаю, обычно все-таки какие-то моменты я упускаю из вида и вам их не показываю. Вот сегодня я пойду заниматься сварочными делами, как я уже сказал, но вряд ли вам всем это будет интересно. Вроде канал о Боне, о цирке, о животных, но, друзья, как бы цирк предполагает еще вот такие виды деятельности, без которых мы просто не сможем ехать на наши гастроли. Нам обязательно надо сейчас подготовить место под генератор, чтобы все было хорошо. Электричество, отопление, вот. Продукты в холодильнике, в конце концов, сохранились. Не особо большой переезд, вот, но тем не менее. Бонита! Ку-ку! Сегодня, друзья, замечательная погода для того, чтобы поработать, чтобы выполнить сварочные вот эти вот процессы. Мы будем заниматься сегодня изготовлением креплений для нового генератора. Это вот старенький, он еле-еле дышит, друзья. Второй сломался, кстати, вот благодаря этому мы сюда до Алматинского цирка и доехали. Если бы не он, тогда вообще бы даже страшно, что было бы. Вот новый генератор, о котором я рассказывал. Очень счастлив, что получилось его приобрести. Honda надежная техника. Вот, и мы будем монтировать сегодня, собственно, этот генератор в то место, где он должен быть, потому что там расположены все соединения по электричеству, все подключения, то есть все здесь находится. Нам нужно будет полностью вот это все демонтировать и новые сделать крепления для него. Так что начнем нашу работу. Итак, дорогие друзья, прошло где-то часа, наверное, 3 моей работы. Нас стало много. Нас стало значительно больше.
Знакомьтесь, это Андрей. Андрей помогает по электрике. Дело в том, что здесь определенные нюансы есть в этом оборудовании. Смысл в том, что здесь две розетки, здесь мощность 5 кВт, а они по 16 ампер. И где-то 3,5 кВт, ну там чуть больше, с одной розетки. А нам надо сразу задействовать всю мощность японского вот этого двигателя электростанции, чтобы все было прекрасно. Значит, за это время я подготовил материал. Вот он здесь, этот материал. И из него мы будем делать направляющий и крепеж для того, чтобы генератор крепко стоял. Сварочное оборудование. Вот, в общем, мы не маемся, ерундой не страдаем. Небольшой перекур решили устроить. Вот, ребята, все выглядит вот так вот. Добрый вечер. Здравствуйте. А что это вы тут делаете? Чем это вы тут занимаетесь? Папка пока работает, вы тут, значит, поедаете, да? Вы тут что-то поедаете. Вот это да! О, какая! Добрый вечер! Здравствуйте! Какая ты чистоплотная женщина! Молодец! Покажи, что у тебя там, покажи. Ты не доел грейпфрут? Ну так-то нормально, молодец. Погнали. Видите? Сразу. Культур-мультур, друзья. Видите, сразу на горшок. Сегодня очень, друзья, продуктивный день получился. Я бы сказал, даже утомительный. Вот, мы сегодня много чего успели сделать. Я не могу с этой женщиной, посмотрите. Том пришел, помог мне убраться. Вместе сейчас убрались. А эта дама ходит, значит, тут кругом. Заигрывает. Смотрите, смотрите. Это знаете, что сейчас означает? Это означает, давай меня одевай. Вон, видали? Давай меня одевай и пошли, значит, гулять. А это, она говорит, пакет нужен мне, понимаете? Она взяла мяч, и ей нужен пакет для того, чтобы в пакет положить мяч. Смотрите. На. Смотрите дальше, что происходит. Так, ну это другое упражнение. Это другое упражнение, друзья. Это упражнение то новенькое, для того, чтобы быть стройным, тренировка ног. Это упражнение для того, чтобы ваши ноги были всегда в форме. Делайте так несколько раз в день, и все будет прекрасно. Видите, как пакет можно задействовать? Вот, видите, хорошо. Так, второй подход. Подход номер 3. А ты сегодня тренируешься, Том? Ноги качаешь? У меня Ну ты сегодня палец там застрянет, знаешь, закрутится. Хотел бы на это посмотреть. Аккуратно. Стой. Наступил, друзья, вечер. У нас, видите, пастерушечки идут. На улице потемнело. Я сегодня 6 часов на улице занимался сваркой, там разными интересными делами. А Бонита из окна за мной наблюдала, подсказывала, чем мне заниматься. Сегодня день, в общем, необыкновенно продуктивный, чему мы, дорогие друзья, очень рады. Видите, какой замечательный вид из окна. Бонька любит посмотреть, что там происходит. Вот, и там прохожим показывает языки, видите, что-то опять хочет. Что-то опять показывает, смотрите. Что-то она показывает. Что ты хочешь? Чего? Это не надо, это потом мы будем ужинать. Он там угощение дает. Погнали. Давай. Знаете, мне кажется, у Бонечки энергии к вечеру меньше не стало. То есть вот так вот, если за ней понаблюдать, ей можно вот целый день в таком активном состоянии без проблем находиться. А, потеря? Вот так вот. Пойдем сполоснем. Это не годится. Пойдем, конечно. Стой. О, благодарим. У нас произошло падение. Держите, мадам. И пошла. И опять побежала, естественно. Сложно, друзья, вот так вот за ней не угонишься.
Не угонишься за этой волосатой дамой. Моя девочка красивая, вкусненько кушает. Ты моя солнце родное. Моя красотка. Ты посмотрите, какие мои. Моя солнце. Самая красивая обезьяна. Самая красивая обезьяна. Мы планируем сейчас сделать прямой эфир. Я думаю, что видео получилось довольно-таки насыщенным. Я привкушаю уже момент, когда я его начну монтировать. Сегодня у нас среда. Вот, уже середина недели практически, и вот буквально через минут 5-10 мы зайдем в прямой эфир, потому что сегодня я никакого ролика не выложил, поскольку вот занимался целый день вот этими всеми работами. Подписывайтесь обязательно на наш телеграм-канал Данза Пошл Лайф, там тоже интересные всякие штуки мы выкладываем, ну и обязательно заходите на нашу страницу в Бусти, все видео там появляются в первую очередь, ну и это отличный способ нас поддержать. Желаем всем хорошего настроения, позитива и до скорых включений.